экспозиции объединили три века истории торгового дома, основанного в 1899 году. В конце 19 столетия в нем оптом и в розницу продавали одежду, галантерею, скобяные, пищебумажные, кожевенные изделия, катанную обувь, швейные машины, велосипеды и многое другое. Принадлежал центр приятных покупок первоначально известному купцу Чурину и братьям Платоновым. Город Благовещенск исторически сложился купеческим городом. Его бурное развитие в те годы, множество магазинов, наверное, очень большая компания купцов этого города, она вот славила город еще 100 лет назад. Держать марку основателей стараются и нынешние хозяева исторического здания. Коллектив товаров для дома обосновался здесь в 1990 году. А раньше, в течение 20 века, под этой крышей работала не одна организация. Правда, деятельность каждой неизменно была связана с торговлей. Здесь мы можем наблюдать вытянутую немножко площадь. И в современности это на самом деле немножко мешает. То есть для современных стандартов торговли очень тяжело разместить правильно торговые ряды, чтобы соблюсти все нормы. Вот, в этих удлиненных коридорах. Эти коридоры, лестницы и переходы за 100 лет претерпели достаточно изменений. Но есть в здании места, где можно прикоснуться к нетронутой вековой истории. Одно из них – чердак. Более подробно о нем и о других секретах торгового места можно узнать, посмотрев в субботу итоговую программу. Точнее, выходящую в ее рамках рубрику «Благовещенск в деталях». А выставка, посвященная городской торговле, будет открыта вплоть до дня рождения магазина – 14 февраля. Ольга Туманис, Александр Матвеев, программа «Город».